Уважаемые партнеры, я хочу сделать краткий обзор всех наших новшеств. Это наша новая страничка, так она выглядит сейчас. То есть мы преобразились, мы идем дальше, мы развиваемся и мы подключаем, как обещали, новые модули. Сейчас мы зайдем в кабинет, который специально сделал для обзора, и посмотрим, что у нас нового. Итак, у нас появился баланс-кредит. Здесь будут кредиты, которые люди заработают на нашей рекламке. То есть у нас есть переходы на сайты, и они дают нам кредиты. Кредиты можно будет со временем обменять на кошелек для покупок, либо вывести. Далее, что здесь еще хорошо? В рекламе есть еще одна партнерская программа. То есть, если ваши партнеры кликают по рекламе, переходят на сайты, просматривают сайты, вы зарабатываете до третьего уровня. С первого уровня вы получаете 2%, второй уровень 4%. И третий уровень 6%. Почему так? Вы прекрасно знаете, что у всех нас сеть строится одинаково. То есть какое-то количество людей в первой линии, во второй линии, как правило, их больше, и в третьей линии еще больше. Так вот, чтобы получать по максимуму, мы сделали так, что с третьей линии вы получаете больше, чем с первой. Сейчас мы с вами как раз на модуле рекламы и остановимся. У нас в меню появились 4 новых вкладочки, и мы кликаем, к примеру, на «Заработать». Открывается окошечко, и здесь мы видим вот такой вот экранчик. У нас есть цветочки, серенький и желтенький, стандартный просмотр, это серенький, и желтенький – это активное окно. Что это значит? Стандартный просмотр – это когда вы можете отвлечься немножко от просмотра рекламы. Активное окно – это рекламка работает только тогда, когда у вас открыт браузер именно на рекламе. Я сейчас как раз кликну на активное окно, и вы посмотрите, что это такое. Здесь у нас идет отсчет. Если я перейду куда-то в другое место, то заметьте, что здесь красненьким высветилось, у вас было закрыто окно и остановлен показ. Теперь очень хорошо, что так получилось, что здесь белое окошечко. Почему появляются белые окна? Белые окна появляются по той простой причине, что многие сайты сейчас ставят блокировку для фреймов. Фрейм – это то, где вы просматриваете рекламу, то есть там, где высвечивается наша капча. То есть это окно в окне. Получается, что сайты не разрешают нам ставить их странички в обычный просмотр. Это делает, допустим, ВКонтакте. Неважно, куда вы поставите свою страничку ВКонтакте, она будет белая. Даже если есть у нас такие, как PR&Biz, вы хотите добавить кого-то в друзья, иногда вы видите белую страничку и просто нужно перейти по кнопочке на ВКонтакте и добавить. Но у нас это не играет никакой роли. Сейчас покажу, почему. Вот мы просмотрели, у нас тут 4, мы кликаем капчу 4 и ждем немножечко. Идет перенаправление как раз на сайт, который мы только что посмотрели. У нас живые переходы. Вот на данный момент нас перекинуло на «Магия денег». Когда это произошло, мы либо заинтересованы и ходим по сайтику, либо мы закрываем окошечко и дальше работаем с нашими просмотрами. Далее, у нас есть «Разместить ссылку». А, здесь хочу еще сказать, вот здесь у нас указано, сколько мы заработаем за наш просмотр. Здесь так много, потому что здесь 30 секунд. То есть здесь 3 раза больше, чем здесь. Поэтому такая сумма. Далее мы переходим на «Разместить ссылку». Здесь мы видим вот такую форму, и мы можем завести свою ссылочку. Допустим, я просто беру поток денег, вставляю сюда, здесь пишу поток денег. У нас еще видно, сколько можно символов ввести. Здесь мы опять выбираем какой-нибудь текстик, или вы свой ставите. Здесь у нас минималка 1000. Мы сейчас 1000 введем. Я не буду делать активное окно и оставлю 10 секунд. У нас
высвечивается, сколько мы должны оплатить за 1000 показов. Мы оплачиваем. Ссылка успешно добавлена. Мы можем увидеть нашу ссылочку в моей ссылке и увидеть, сколько просмотров у нас осталось и сколько просмотров у нас уже было. Я только что поставила, поэтому понятное дело, что просмотров пока ноль. Теперь еще одна важная вещь. Здесь есть разместить баннер. Опять вставляете домен, вставляете баннер. Здесь хочу сказать, что баннер минимальный 100 на 100 и можно вставить 125 на 125. Далее вот такая вот у нас есть графа с бонуса «Да» или «Нет». Что такое с бонуса? Вы все знаете, когда мы регистрировались на поток денег, нам добавляли 25 рублей за регистрацию. Так вот, этот бонус, уже говорилось, с самого первого видео говорилось, этот бонус будет у нас на как раз просмотр баннера одноразовый. Да? То есть, если вы здесь заводите «Да» свои данные, то у вас снимаются бонусные 25, и вы не платите за первый показ баннера. И добавить. Далее, что у нас хорошо еще появилось? У нас есть обменник, он немножко изменился, то есть то, что вы знаете уже, это обмен с одного кошелька на другой, и появился обмен кредитов. То есть вы можете здесь насобирать кредиты, ввести сюда, допустим, от одного кредита обменять, и кредиты ваши попадут к вам на внутренний баланс. Добавятся, вы здесь можете накапливать. Те, кто не хочет накапливать, кто хочет выводить, может кликнуть на «Заказать выплату». И видит здесь такое вот окошечко появилось. Вывод кредитов. Минимум для выплаты 100 кредитов. 100 кредитов – это у нас 5 рублей. Сколько у нас доступно, то есть до 100 нам еще немножко далеко. И здесь у нас написано, что вывод осуществляется сразу на кошелек Payeer. То есть вам кредиты автоматом, есть такой скриптик у нас, он автоматом переводит денежку из кредитов в рубли и сразу выводит к вам на кошелек. Для вывода нам нужно кликнуть на «Получить кредиты» и заполнить форму. Так как у нас обменник отдельный, специальный, это у нас не рубли, поэтому нам нужна специальная форма для того, чтобы это сделать. Сейчас мы переходим и видим вот такую форму. Это ваш личный обменник ваших заработанных денег, которые сразу же выводятся на кошелек. Минимум 100 кредитов, то есть, когда вы заработали 100 кредитов, здесь пишем 100, это минималочка, и вывести, и сразу же выводятся к вам на кошелечек. Это обновления, которые у нас сейчас произошли. Нас еще ждут некоторые обновления, поэтому будьте готовы, приглашайте людей, приглашайте друзей. У нас можно уже ставить рекламку, у нас можно зарабатывать на пассиве, у нас можно зарабатывать на привлечении, то есть каждый, кто привлекает, получает пассивный доход.